Теперь о ситуации с COVID-19. В нашем регионе установлен новый антирекорд. За минувшие сутки диагноз подтвержден еще у 878 человек. Таким образом, за последнюю неделю показатели по заболеваемости в Пензенской области выросли почти в 4 раза. Госпитализировано 159 человек. Остальным назначено амбулаторное лечение. Также, согласно данным оперштаба, успешно справились с недугом 76 пациентов. За весь период пандемии инфекцию удалось побороть почти 96,5 тысячам. При первых признаках заражения специалисты рекомендуют сразу же обращаться к врачу.